Здравствуйте, в эфире «День города», в студии Вероника Дробышевская. Сегодня в нашем выпуске пресс-конференция с председателем комитета экономики Могилевского облсполкома, детский праздник в школе искусств, второй этап чемпионата Беларуси по дрифтингу. В Могилевском областном исполнительном комитете состоялась пресс-конференция с Русланом Страхаром, председателем комитета экономики облсполкома. О главных темах конференции расскажем в сюжете. Одной из главных тем конференции стало проведение 9-го международного инвестиционного форума «Мельница успеха», который пройдет с 30 июня по 1 июля в Бобруйске и представляет собой выставку-презентацию инвестиционных и инновационных проектов региона, на которой будут презентованы лучшие предложения по приоритетным направлениям развития области. На мероприятии ожидается присутствие представителей 40 иностранных государств. Проводиться будут 4 секции – инновации от науки к производству, развитие сферы туризма и культуры, свободная экономическая зона Могилев и региональная белорусско-китайская бизнес-встреча. К слову, в минувшем году было принято решение несколько изменить формат и очередность проведения инвестиционного форума. Было принято решение проводить форумы каждый год. Для нас это, конечно, дополнительная нагрузка, дополнительная ответственность, но и дополнительный вызов, который мы вот приняли и сейчас воплощаем в жизнь. Кроме того, тоже немаловажно, было принято решение проводить форумы один раз в два года в областном центре. И второй, соответственно, чередовать проведение мероприятий таких один год в областном центре, другой год в каком-нибудь регионе. Еще одна значимая тема пресс-конференции – 13-й Литовско-Белорусский экономический форум, который накануне посетила представительная делегация Могилевской области во главе с председателем облсполкома Владимиром Дованевским. Могилевская область была действительно представлена довольно широко, была представлена и принимала участие во всех секциях, которые там проходили, и также Могилевская область активно участвовала и в подписании каких-то документов, соглашений. Можно отметить, что на этом форуме был подписан документ об установлении сотрудничества между нашей ассоциацией промышленников и предпринимателей Могилевской области, которая у нас в этом году получила второе дыхание, развитие сейчас бурно развивается, и аналогичной ассоциации Литвы. Руслан Страхар отметил, что Беларусь, а в частности Могилевская область, очень интересна литовским бизнесменам, а успешная реализация предыдущих проектов в нашем регионе является своеобразным якорем для других инвестиционных предложений и литовских компаний, которые готовы продолжать сотрудничество именно с Могилевской областью. 10 июня прямую телефонную линию с населением города проведет заместитель председателя Могилевского горисполкома Сергей Дедович. Задать интересующие вопросы можно будет с 9 до 12 часов по телефону 42-21-02. Накануне выходных в агрогородке Буничи для детей с инвалидностью и детей из многодетных семей был организован праздник с творческими номерами, забавными персонажами и приятным дополнением в виде экскурсии по зоосаду. На базе Могилевской районной детской школы искусств имени Леонида Иванова прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. В актовом зале школы собрались организаторы и участники праздника, а также те, ради кого эти мероприятия проводились – дети с инвалидностью и дети из многодетных семей. Очень часто делаем такие совместные мероприятия для того, чтобы и дети-сироты, дети из многодетных семей, дети-инвалиды общались вместе, знакомились, познавали, кто-то друг от друга чему-то учился. Ну, в общем, это очень важно для них. Общение, разнообразное общение людей, чтобы, особенно детей-инвалидов, которых не всегда все люди принимают, прямо вот как обычного человека, поэтому здесь вот они уже видят, что это они обычные люди, с ними можно общаться как со сверстниками своими. Выступить смогли и сами дети, а также их родители. Ребята читали очень искренние стихи своим мамам, а те отвечали детям тем же. Кроме того, на отдельном стенде можно было увидеть игрушки, созданные руками молодых людей с инвалидностью, и это наглядное доказательство их талантов. Помочь ребенку раскрыться, поддержать его и показать, что не стоит бояться открываться для общения. Именно эти простые, но необходимые вещи являются одной из главнейших задач, которую ставят перед собой не только сотрудники соцзащиты, но и родители этих детей. В рамках республиканской акции «Всемирный день донора крови» Могилевская областная станция переливания крови приглашает могилевчан безвозмездно сдать кровь. До 15 июня любой желающий, не имеющий противопоказаний в клиниках, может стать донором крови, тем самым подарить кому-то шанс на жизнь.
3 июня в Могилеве горел автомобиль Audi 80 87 года выпуска. Возгорание произошло на территории гаражного кооператива станция Луполова. Сообщил об автопожаре сын хозяина легкового автомобиля. По прибытию к месту вызова в 10:55 могилевских спасателей происходило горение открытым пламенем. Хозяин находился возле автомобиля. До приезда спасателей мужчина предпринял попытку самостоятельного тушения с помощью автомобильного огнетушителя. В результате автопожара автомобиль уничтожен. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В эти выходные прошло одно из самых зрелищных и экстремальных соревнований. Второй этап чемпионата Беларуси по дрифтингу. О том, как это было и кто поднял кубок победителя, расскажет Анастасия Томышева. Третий раз подряд территория аэропорта Могилев стала местом, где собрались фанаты скорости и зрелищных спортивных соревнований. Второй этап чемпионата Беларуси по дрифтингу приобрел международный статус. Заявку на участие подали команды из России, Украины и Беларуси. Пилоты сражались за заветные очки для итоговой турнирной таблицы за звание чемпиона Беларуси по итогам 5 этапов соревнований. Это вообще не только в Беларуси, но и в мире самая молодая дисциплина автомобильного спорта, которая очень динамично развивается на данный момент и захватывает все больше и больше охватов. Охватывает больше болельщиков, больше аудиторию. Ну и у нас в стране впервые в 2009 году мы начали проводить соревнования, и в 2013 уже первый чемпионат Беларуси состоялся, и Министерство спорта и туризма признало данную дисциплину как официальный вид спорта, поэтому это официальный чемпионат Беларуси, и мы гордимся этим, и работаем над тем, чтобы наши соревнования, наша вся работа приносила свои плоды. Как в любых спортивных состязаниях, тем, кто хочет стать участником чемпионата по дрифтингу, нужно выполнить ряд определенных условий, описанных на официальном сайте чемпионата. Организаторы же, в свою очередь, с каждым годом привносят новизну в испытания, и касается это как сложности трассы, так и удобства зрителя. Так, один из организаторов чемпионата Евгений Никитин рассказал, что это первая в Беларуси трасса с флаем. То есть один из участков спортсмены должны были прилететь инерционно, используя огромную скорость на разгоне и после инициации в занос не открывать ограничитель. Более того, часть трассы пилоты едут в горку, и в этот момент у них очень ограниченная видимость. Чтобы пройти эту непростую траекторию, требуется не только хорошие навыки управления автомобилем, но и смелость. Пилоты чемпионата – это энтузиасты, для которых гонки и дрифт – это увлечение всей жизни и даже больше. Тот случай, когда человек нашел свое призвание и наслаждается этим выбором. Дело в том, что дрифтингом занимаются, вообще автоспортом занимаются уже, там, я не знаю, зрелые, незрелые. Мне 35, не знаю, к кому меня можно отнести. Вот, люди уже состоявшиеся с работой, практически у всех есть какой-то свой частный бизнес и так далее. То есть вид автоспорта достаточно дорогой. И, скажем так, мы здесь денежки не зарабатываем. Даже когда у нас есть спонсоры, это какая-то часть только нам возмещается, скажем так. То есть это все для нас же самих, наверное, кайфуем мы просто. Дрифтинг – это техника прохождения поворотов, когда пилот инициирует снос задней оси, при этом управляя автомобилем. На соревнованиях по дрифтингу судьи оценивают скорость, угол заноса, траекторию и зрелищность. Этапы чемпионата Беларуси по всей стране традиционно привлекают участников из ближнего и дальнего зарубежья. На втором этапе чемпионата достойно выступили представители всех заявленных стран. Не обошлось без поломок и ошибок в прохождении трассы, однако кубок нашел своего победителя. В тройку лидеров вошли пилоты из Беларуси, России и Украины. На вершину пьедестала зашел пилот из России, не единожды уже становившийся чемпионом. Россиянин Павел Бусыгин. Я в дрифте уже, получается, 5-й год. До этого катался в любительских кольцевых гонках в тайм-атаке, тоже порядка 4 лет. И из-за этого мне немножко стало проще, потому что уже был готов морально к боевым, грубо говоря, условиям. Всегда есть трудности. Изначально, когда ты выезжаешь, у тебя достаточно сырой автомобиль, нужно доводить его технически. Это занимает какое-то время. Потом нужно настроить его под себя. Это тоже занимает какое-то время. Ну и самая главная трудность, когда ты только начинаешь, у тебя нет спонсоров, и финансовые затраты колоссальные, реально очень большие. И из-за этого, ну, все растягивается. То есть, если изначально были все условия, то, конечно, прогрессировать можно быстрее и добиваться чего-то, ну, намного раньше и лучше, да. Следующие соревнования пройдут на территории аэропорта Минск-1. Восточноевропейский кубок по дрифтингу намечен на 25 июня. Каждый год на гонку в центре белорусской столицы приезжают лучшие пилоты Востока и Запада, а также звезды мирового дрифта. Ну а напоследок пожелание от победителя второго этапа чемпионата Беларуси по дрифтингу. Никогда не нужно останавливаться, всегда стремитесь добиваться своей цели, и все получится. Примеров куча. На сегодня это все. Уважаемые могилевчане, ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на info@tv2.by. Все выпуски программы «День города» доступны на нашем сайте, в официальной группе ВКонтакте и на канале YouTube. Не оставайтесь равнодушными. Любите свой город!